Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня речь пойдет о пароварке WMF Kitchen Minis. Эта модель имеет свои достоинства и недостатки, но давайте обо всем по порядку. Чтобы смотреть и другие мои ролики, а также получать уведомления, подпишитесь на канал и включите колокольчик. О лучших ценах и актуальном наличии вы сможете узнать из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рада вашим комментариям и лайкам. А теперь начнем. Основание пароварки и уровни для приготовления полностью выполнены из премиальной нержавеющей стали «Кроморган». Она отличается высокой прочностью, не имеет вкуса и запаха, не подвержена коррозии и не деформируется от частого использования и высоких температур. В комплекте также идут керамические формы для десерта и жаропрочная стеклянная крышка. Готовить в пароварке легко благодаря простой конструкции и интуитивной панели управления. Электрическая пароварка поможет вам легко перейти на правильное питание, сделать его вкусным и разнообразным и сохранить пользу и натуральный вкус продуктов. В ней можно готовить на пару филе рыбы, мясо птицы, рассыпчатый рис, овощи и даже десерты. Перед включением устройства налейте в нижний отсек воду до максимальной отметки. Затем установите один или два уровня и заполните их продуктами. Включите пароварку, выберите температуру для каждого из уровней с помощью круглой ручки и запустите приготовление. После запуска пароварки вода, которая находится в нижнем отсеке, нагревается и начинает кипеть. Образуется горячий пар, который поднимается наверх через все уровни. Благодаря герметичной крышке пар не выходит наружу, а циркулирует внутри устройства, создавая оптимальное давление и обрабатывая продукты со всех сторон. Пароварка определяет текущую температуру с помощью встроенного термометра и поддерживает ее на протяжении всего процесса приготовления. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Неудобно выливать воду. Облил руки кипятком, получил сильный ожог. Нижняя часть для воды не отсоединяется. В ней вся электронная начинка и провода. Как ее мыть, непонятно. Половина конструкции из дешевого пластика. Вся конструкция хлипкая. Это не Германия, а китайский Китай. Хлипкая конструкция и верхние съемные детали плохо подогнаны. Для овощей и круп время приходится прибавлять. Не хватает заданных по умолчанию. Вода греется в пластиковой чаше, в нее же стекается жир. Теперь перейдем к положительным. Небольшой размер. Интуитивное управление. Удобство очистки, качество приготовления пищи. Металлические чаши. Простота в использовании. Вкус овощей насыщен. Красиво выглядит. Раздельная подача пара в корзины, можно подавать только в одну. Благодарю за просмотр и надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Как и всегда, ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».